Привет всем! Предлагаю вам пройти этот простейший, но очень правдивый тест, в котором вам всего лишь потребуется сжать кулак и выбрать подходящий вариант на картинке. Один. Вы – истинный альтруист. Вы склонны помогать людям даже тогда, когда это приносит вам некоторые неудобства. Вы постоянно находитесь в поиске новых знаний и впечатлений, крайне энергичны и немного нетерпеливы. Таких, как вы, называют авантюристами и смельчаками, но вместе с тем многим и в голову не придет, как часто вас настигает волнение и как сильно вы сами порой нуждаетесь в помощи и защите. Вам жизненно необходимо признание и принятие, поскольку нередко вы сталкиваетесь с людьми, которые пользуются вашей добротой. Но сильный внутренний стержень тем не менее не позволяет вам раскиснуть и вовсе махнуть на людей рукой. Вы все также продолжаете оберегать и защищать нуждающихся в этом, разве что становитесь чуть осмотрительнее. 2. Вы – по-настоящему творческая личность, вы общительны, привлекаете к себе самых разных людей. Друзья любят вас за вашу искренность и острый ум. А вы уверены в себе, в вас сильно развито чувство собственного достоинства. Вы усердны и проворны, что делает вас как отличным заводилой среди друзей, так и хорошим руководителем в деловых вопросах. Однако зачастую принимать смелые решения вам мешает страх перед неудачей, поскольку она может сильно задеть ваше самолюбие. Вы часто нуждаетесь в одобрении и похвале. Что ж, это не так уж и плохо. Главное, не переставайте верить в себя, даже если вам не говорят о том, как вы хороши. Ведь вполне возможно, что вы просто оказались среди людей, которые завидуют вашим успехам. 3. Вы – невероятно обаятельный человек. Вы остроумны и красноречивы, но несколько стеснительны, что не дает этим качествам проявиться в полной мере. Поэтому многие люди считают вас молчаливым и не склонным к общению. Вы вдумчивы, педантичны и иногда требуете от себя слишком многого, что приводит к лишнему беспокойству. Вы проницательны, стараетесь, чтобы ничего не нарушало вашей внутренней гармонии. Людям, приближенным к вам, очень комфортно с вами. Порой вам становится невыносимо грустно от мысли, что вы не можете вот так запросто строить взаимоотношения, с легкостью вливаться в новые коллективы и быть душой компании. Но не принимайте это близко к сердцу, ведь достаточно стать чуть гибче и дружелюбнее, и люди, которые раньше побаивались подойти, тут же к вам потянутся. Если вам понравилось, покажите друзьям это видео. Они за это будут вам благодарны. Оставляйте свои комментарии, ставьте лукас вверх и подписывайтесь на канал. До новых встреч, мои хорошие!